Привет всем! Сегодня хочу рассказать о последней разработке нашей компании – сплиттере переднего бампера для Mazda 6. Давайте посмотрим, что он из себя представляет более подробно. Для обзора я специально приготовил две детали. Одна у нас не крашеная, вторая уже покрашена в один из универсальных цветов. В комплекте поставки есть весь необходимый крепеж, как болты, саморезы, специальные втулки, так и специальные внутренние вкладыши, которые нам позволят максимально надежно закрепить центральную часть сплиттера к бамперу. То есть это дополнительное крепление, которое вставляется внутрь бампера, между бампером и сплиттером. Устанавливается оно на двухсторонний скотч. Крепление сплиттера через бампер происходит с помощью болтов. Выглядеть будет это примерно следующим образом. Вставляется болт. Здесь у нас бампер. И прикручивается к этому специальному вкладышу. Также нами разработаны были, придуманы и введены в эксплуатацию вот такие вот втулочки. Эти втулки нам служат переходником между сплиттером, то есть чтобы не делать вот такую специальную пятку крепления, так как это будет нагромождение пяток, было решено сделать вот такие вот втулочки, через которые мы, соответственно, тоже вкручиваем, прикручиваемся к бамперу. У бампера есть все нужные места для крепления данного самореза. Это крепление происходит в штатное место. В общем, в комплекте есть абсолютно все для установки. Даже вот такие саморезы, которые позволяют нам прикрутиться к клыкам переднего бампера. Как видите, весь необходимый крепеж есть в комплекте. И все не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Мы продумали за вас все до мелочей. Давайте наглядно посмотрим, как происходит процесс установки на автомобиле.
Jungle.